день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Я Абикелкин, Александр Шунин. Продолжаем работу в прямом эфире. 21 июня. Как мы уже говорили, у нас на прямой связи Екатерина Сафронова, пока еще, и будем надеяться, долгое время все-таки, главный редактор русского вещания ЛТВ-7, русское вещание ждет реорганизация, которая, в общем-то, можно сказать, уже началась в сентябре. Новый формат. Новый формат, переезд на новую платформу, уход из телевизионного эфира, вот обо всем об интернет, этом. Екатерина Сафронова у нас на прямой связи. Хотелось бы узнать подробности. Екатерина, что произойдет с русским вещанием ЛТВ? Доброе утро. Произойдет, да, вы все сказали уже, реорганизация, небольшие новые форматы. Да, действительно, русское вещание уходит из телевизионного эфира. Мы завершили на прошлой неделе в пятницу телевизионный эфир. До сентября остаются в эфире новости в прямом эфире. Как всегда, в 7 часов вечера. Ну а как только платформа будет запущена, из телевизионного эфира уйдут и новости. И мы будем доступны только в интернете на платформе RusLSMLV, на нашей платформе в Ютубе, на нашей платформе в Фейсбуке и во всех социальных сетях. Зачем это делается? Как мотивирует Национальный совет подобное решение, руководство латвийского телевидения? Национальный совет данное решение мотивирует тем, что аудитория телевизионная не была достигнута, рейтинги русского вещания не такие высокие, какие бы хотелось. Ну и, соответственно, достичь данную аудиторию, по мнению совета, можно только в интернете. Ну, впрочем-то, мы на самом деле уже ее достигаем, у нас достаточно хорошие цифры в социальной сети Facebook, очень хорошие, 165 тысяч подписчиков, и мне кажется, что для СМИ, для русскоязычных, это очень высокие показатели. Да, ну вот, может быть, чтобы нашему радиослушателю тоже было понятно, вот когда говорят, что вы там не достигли телевизионной аудитории, но ведь это общественное телевидение, да, вы вышли из рекламного рынка, у вас нет цели, там, не знаю, зарабатывать деньги, там, делать какие-то рекламные сюжеты. Ведь задачи у общественного телевидения, насколько я понимаю, другие. Несколько другие. Почему да. Общественное? Чисто государственное СМИ. Нет, ну мы называем общественное, государственное, да, сейчас просто принято называть общественное, так, по закону, но, в принципе, понятно, что это государственное телевидение, да. Ну, то есть определенный социальный, если можно так выразиться, заказ выполняет эта структура. Ну, это все-таки общественное телевидение, потому что мы не государственное телевидение, это все-таки телевидение, которое отчасти информирует общество по желанию государства. Мы все-таки выполняем общественный заказ и работаем исключительно на общественности, на интересы общества. Мы не нас иногда, конечно же, в этом обвиняют, что мы показываем мнение государства, но это совершенно не так. У нас в эфире были абсолютно разные люди, абсолютно из разных политических партий. Мы всегда, всегда интересуемся мнением обеих сторон, если надо, и трех, и четырех сторон. И никогда у нас нет мнения только правительства. Мы никогда, если накосячит, извините за выражение, правительство, мы об этом скажем, и мы расследуем эти дела. И у нас очень много расследований было, которые очень не были симпатичны, скажем так, представителям властям, да. Политических да. партий. Ну, да. Может быть, очень были несимпатичны, судя по результату перевода вас в интернет. Ну, ладно, это можно по-разному оценивать. Должен отметить, что последние годы, ну, там прямо годы, развитие русского вещания, оно, я не знаю, я затрудняюсь его оценить, кроме как какими-то ненаучными терминами, например, обалденно.
Но это день и ночь по сравнению с тем, что было лет 10 назад, и к чему ребята пришли сейчас. И очень жалко терять настолько качественный продукт, и все-таки не покидает мысли, не покидает ощущение, что тому есть какие-то политические, не дай бог, причины, больше, чем вот эти недостигнутые якобы рейтинги и прочие подобные вещи. Катя, как настроение в коллективе? Все ли останутся вообще? Будут ли вот те передачи, которые привычны для аудитории? Грядут ли увольнения, прям скажем? К чему вы готовитесь? Нет, никаких увольнений не грядет. Команда остается работать в полном составе. Плюс к нам присоединяется команда Russel SMLV. Теперь мы одна, ну, в ближайшее время станем одной большой редакцией. Никто не будет уволен. У всех сохраняется работа. У нас огромные планы, у нас огромный объем работы. И на платформе, я предполагаю, что будет еще больше работы. Но что касается политических, ну, наверное, да, наверное, это конечно, это политическое решение. Что касается рейтингов, то, мне кажется, вообще эти телевизионные рейтинги, вы, наверное, со мной согласитесь, как радийные рейтинги, это такая какая-то штука, не до конца понятая ни теми, кто работает на радио, на телевидении, ни теми, кто эти рейтинги делает, ни тем более общественностью. Это цифры, их можно интерпретировать как хочешь при желании. Конечно. Но, например, у новостей рейтинг очень стабильный последние годы. Да, он, к сожалению, не увеличивается постоянно в той прогрессии, в которой хотелось, но это не 3000, о которых говорил господин Абулинч в эфире программы «Точки над И». Это, ну, у новостей это стабильные 30-40 тысяч, но это та аудитория, которая не смотрит нас в интернете, это та аудитория, которая смотрит нас только в телевизоре. То есть эта аудитория, скорее всего, взрослая, 50 плюс 60 плюс те, кто привык, у кого есть традиция включать телевизор и смотреть новости в привычном формате. Да, вот теперь, может быть, несколько слов, чтобы наши радиослушатели понимали, что же будет в сентябре. Значит ли это, что будет, ну, как бы такое интернет-телевидение, то есть все, что было, как бы, не знаю, сюжеты, студии, все, что вот было привычно для тех, кто вот телевизор включал, они смогут увидеть, те, кто переключиться, смогут увидеть в интернете, не знаю, на экране компьютера? Смогут, все, наверное, не смогут увидеть. Студия будет, у нас будет очень красивая новая студия, построенная к сентябрю, мультимедийная студия, с которой мы будем выходить в прямой эфир, останутся новости, мы будем делать новости чаще, чем сейчас. Для аудитории 50 плюс 60 плюс, в надежде, что они придут к нам все-таки и найдут нас в интернете, мы сохраняем выпуск новостей более или менее в классическом его виде в 7 часов вечера, потому что мы даже видим по нашей страничке в Facebook, что люди приходят именно в 7 часов, и если наши новости сдвигаются там в 6, вот из-за хоккея, например, или в 8 вечера, то люди спрашивают, а где же, что же поменялось все время? Останется, ну, не совсем останется, она реорганизуется. Программа «Точки над И» станет ежедневной, в более коротком формате, но, тем не менее, ежедневно Алексей Дунда будет выходить в прямой эфир и обсуждать злободневные темы. По необходимости «Точки над И» будут делаться и в большом формате, в полуторачасовом, но это по необходимости. Программы «Маленькая пятница», «Личное дело», они будут немножко реформированы, действительно. Наверное, может быть, пришло время менять форматы, потому что «Маленькая пятница» у нас единственная, в принципе, за 7 лет, которая меняла форматы. То есть мы были сначала утренним проектом, потом ежедневной программой «Жизнь сегодня», которая в 5 вечера выходила, и потом она стала еженедельной программой, такой более развлекательной, «Маленькая пятница». Но пришло время менять форматы. Это будет не в классическом виде, это будет, скорее всего, без студии, без ведущего, выходящего в эфир. Но два раза в неделю, точно так же, как сейчас, у нас два больших аналитических исследовательских материала в программе «Личное дело», они также будут
делаться два раза в неделю, выходить на платформе. Просто они будут выходить в другом формате, будут представляться непосредственно журналистами, будут такие мини-проекты, мини-документалистика, что ли, я бы так это назвала. Не получится ли так, может быть, так и задумано, что вы в какой-то степени становитесь конкурентами, ну, не знаю, Домской площади, ведь вот эти медийные технологии, как мы видим сейчас и на нашей радиостанции, все это тоже идет в прямом эфире, все тоже идет с видеокамерами, я так понимаю, на Домской площади примерно все то же самое, можно и слушать, и смотреть, и тоже на платформе появляются какие-то новости из Домской площади РУСЛСМЛВ, не будет ли здесь какой-то, не знаю, блокировки, может быть, несколько слов об наоборот, этом? Наоборот, объединение какое-то. Или объединение, да. Ну, такого прям объединения не будет, но да, мы, в принципе, работаем, ну, практически будем работать в одной команде, и на платформе действительно будут доступны программы Латвийского радио 4. Какие программы, я пока не назову, но те программы, которые работают из мультимедийной студии, мы будем очень тесно сотрудничать, и та аудитория, которую мы, например, ну, в силу, не знаю, нехватки человеческих ресурсов не можем сделать какие-то программы там, для молодежи или еще чего-то. У радио эти возможности чуть больше в силу человеческих ресурсов, в силу того, что у них есть целый канал, на котором они вещают. Конечно, да, мы не конкуренты, мы очень близкие коллеги. Такое своеобразное, возможно, да. Дополнение друг друга. Может быть, еще такой вопрос, что касается следующего года. Даны ли вам какие-то, ну, может быть, слово обещание не совсем точное, но даны ли вам какие-то, не знаю, там, заверения, что вот не будут каких-то сокращений бюджета, что это не начало сворачивания вообще вот русского вещания, не знаю, общественного вещания за деньги налогоплательщиков, я бы так это обозначил. Нет, у нас колоссальная поддержка от латвийского телевидения, от руководства латвийского телевидения. И мы, кстати, этот сезон завершили с 5 премиями от латвийского телевидения. И нас очень ценят. И нет, нам как раз наоборот обещание то, что и бюджет, и студии, потому что студия строится и на как минимум ближайшие несколько лет этой студии не могут пользоваться никто, кроме русского вещания, ну, новой платформы, в смысле, не русского вещания. Ну, ваши слова во многом успокаивают, на самом деле. Я напомню, мы беседуем с Екатериной Сафроновой, главным редактором русского вещания ЛТВ-7. А скажите, пожалуйста, вы несколько раз упомянули, что строится новая студия, а помимо виртуального переезда на новую платформу, физического не предусмотрено. Вы остаетесь там же, на Закюсале. Да, физического не предусмотрено, мы остаемся в тех же наших редакционных кабинетах, только мы теперь будем чуть ближе к новой студии. Наша новая студия строится не там, где она сейчас была, она будет совсем рядом с нашим кабинетом, то есть мы прям вот, прям совсем такой у нас будет свой уголок. Вы уже упомянули, может быть, так в завершении, я так понимаю, что ждут и новинки, да, вот тех, кто вот знает более-менее вот содержание программ, которые были вот ЛТВ-7 в последние годы, по крайней мере, русского вещания, что-то вы еще готовите, что-то новенькое к тому же, что было? Да, конечно, мы готовим. Как я уже упомянула, будет личное дело разбито на кусочки, скажем так, ну, условно это можно назвать. «Маленькая пятница» будет делать акцент на стиль жизни, на репортажи, которые... Да, даже уже сейчас у нас можно видеть эти репортажи, ну, о событиях, которые в новостях... Ну, в силу специфики, наверное, не упоминаются. У нас планируется новая спортивная программа еженедельная из студии. Я как раз хотел спросить про совсем новые проекты. Ну, скажем так, на первом этапе дело в том, что данная платформа вводится достаточно очень короткие сроки. Несмотря на то, что о необходимости ухода русского вещания в интернет говорилось уже, наверное, на протяжении, ну, каждый год мы это обсуждаем, на протяжении последних 5 лет.
Вот само непосредственное решение о том, что мы уходим с сентября, было принято, и задача стоит в очень короткие сроки это ввести. И, конечно же, объем работы сейчас просто колоссальный и иногда кажется какой-то неподъемный. Поэтому на данном этапе вот этот переходный период до 1 января 2022 года, то есть вот эти 4 месяца после того, как мы начнем работать на платформе, мы хотим все-таки понять, как реагирует аудитория на те или иные проекты, на то, как мы переформатируем наши нынешние проекты. Поэтому ну так прям глобально-глобально очень много нового нет, не будет в сентябре. Но мы придумали один проект и будем его реализовывать, такой он, скажем, общественно-образовательный. Проект будет называться «Говорим латвийски». Это, скажем так, будем обучать, наверное, так неправильно сказать, не русскоговорящего, а нацменьшинство. Угу. Будем обучать новым словечкам латышского языка. Мы планируем некоторые документальные фильмы сделать к сентябрю. Будет проект спортивный, абсолютно новый, которого не было на ЛТВ-7. В общем-то, идем вперед. Планов громадье, что очень называется. Мы очень хотим делать подкасты, и очень надеюсь, что у нас хватит сил на это. Мы очень-очень хотим попробовать этот формат. Там и до ТикТока недалеко. И в ТикТок нам уже давным-давно пора, но все не хватает силёнок. Тут мы на одной волне тоже, да. Все сидим и думаем, как бы, чтобы нам поэкспериментировать в ТикТоке. Но в целом должен сказать, что Екатерина вот лично меня успокоила, потому что я за коллег, за ребят достаточно переживал. Это, оказывается, все не так плохо. Если действительно будет так, как Екатерина рассказала, то в любом случае, коллеги, держитесь, развивайтесь. Будем... И ТикТока вам, да. Да, будем рады знать, что у вас все в порядке, и прежние проекты сохраняются, и есть возможность развиваться и двигаться вперед. А с нами была Екатерина Сафронова, главный редактор русского вещания ЛТВ-7. Мы говорили о том, о реорганизации, грядущей реорганизации того самого русского вещания, которое почти уже... покинула телевидение и переезжает до сентября остаются в 19 часов новости, а потом уже новый формат. Да. А потом все это переедет в интернет на платформу RusLSM.LV, которая сейчас существует. Я так понимаю, она будет значительно дополнена и расширена. Что ж, это действительно успокаивает, что люди не лишаются работы, мы не лишаемся информации. Общественный заказ продолжит исполняться. Удачи, как я уже и сказал. Да, большое спасибо всем, кто нас слушал. Берегите себя, сегодня ожидается... Рекордная жара, красное предупреждение уже выставлено. Панамки 30... на голову, бутылки воды в карман. В тени может температура в Риге достигать 34 градусов. Сколько будет на солнце, даже страшно себе представить. Африка какая-то. Так что держитесь, спасибо большое.